У меня повтор стоит. О боги, отпустите. Now trending. Давайте послушаем. В тренде. Что в тренде? Зеречка. Я уже знаю слова, ребят. Чё-то налаял, чё-то намычал в микрофон. Тебя, наверное, буду использовать, тебя пока нет. Возможно, сыграем все-таки магический билд. Возможно, но это не точно. У нас все еще как бы гибко, тут все можно куда-то перестроиться. Варвара, привет. Добрый вечер, приятной игры. Привет, спасибо. Приятного просмотра. В этом бою мы будем с вами биться в стиле Рокки. Будем получать по щам, все время получать по щам. А потом начинать опять получать по щам. Ну, хотя бы так закрою. Чем-нибудь там накапает по чемпионам. Жалко, конечно, что мы единственный наш предмет не используем. Ай, пес с ним. Сколько у тебя урона по фронтлайну? 374, да? А если мы Рабадон закроем? По сути, по первой цели будет хорошо залетать. Наверное. А что у нас здесь? Ну шевелись, ну... А, там один золото. Поэтому так нехотя шел. Так, тебя тогда долой, тебя тоже долой. Может быть, на next выйти? Хоть как-то защитить наше здоровье. Дядь Джо, ау! Мы сегодня играем, играем. Играем, играем. Конечно. Мы с тобой, да и не с всех, конечно, играем. Я ж тебе обещал, что мы сыграем, вот сыграем. Ой, а мне же капелька нужна будет, да? Ну да, ну да. Капельку хотеть. А там по магам случайно Номси... О, Номси, сюда. Давайте мне. Скорей. Можно было посоха даже Люксене отдавать. Хотя ладно. Капелюшечка. А, ты лопату вот так получил? Ну-ка, это нормально тебе, конечно. Залутал Людена и лопату взял с круга. Вообще как капитальный. А я тут аугмент за лопату отдал. А он просто с круга лопату забрал. Кайф вообще. Прекрасно. Баланс.
Нахрена мне тогда лопата будет? Что-то мы опять какую-то фигню делаем, по-моему. Посмотрим. Лопата, лопата. Блин, я бы только место сделал. Если нам посчастливится еще раз увидеть лопату, то надо будет делать место. Добить, 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 молодцы. Такому медведю, у кого сверху там под 100 АП, ему нельзя давать автухи давать. Ему нельзя давать-давать. Джо, привет, не игнорь. Нет, я хочу тебя игнорить. Хочу и буду. Надо было, наверное, Зика... Можно было чуть-чуть поближе поставить всю сборку и Зика отдать и на Серафку. Прям намазано им здесь, ребят. Прям вот намазано. Ее такое ощущение, что нужно ролить прям очень быстро. На шестой там куда-нибудь выходишь и ролл. Блин, самое интересное, у Сашки до вот этого сообщения ни одного сообщения в чате, да? Ну-ка так, посмотрю. Да, нету ни одного сообщения. Уже быканул на ровном месте на хорошего человека. Пока что этих ребят оставлю, ты два. Сетик, давай, танкуй. Мы же здесь не сдохнем, да? А, не, вот, вижу, да, было одно сообщение у тебя. Было? Ну ладно, ладно, можешь извиниться. Извиняйся. Софья, вчера в лобби 6 человек играли магов космических, сидела с лицом лица. Ничего себе, с лицом лица прям. Слушай, круто. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, красиво раскидали, четко. А, кстати, в этот раз Зайра прямо лучше заходит. Ну, прям да. У меня до конца игры так Зайра не зашла в прошлый раз. В этот раз прям да. Прям заходит. Recombination. Californication. Давайте такую штуку заберем, что делать. Опа! Сюда. А, давайте, наверное, на next. Двигать потихоньку, помаленьку. Хоп. Вперед. Так, ну, наверное, брузню можно-то выкидывать, как и эту фигуру в целом. А, подскажи, задание получить 3 драконьих сокровища, это что, как выполнить? Никак, там баг. Там баг, все, риоты признали, извинились. Я им сказал, чтобы они признали и извинились, они признали и извинились. Сашка, теперь ты извиняйся. Так, да почему у меня 3266 хп? Я так не хочу.
Слишком рано. Ребята, что вы делаете с моим лицом? Перестаньте. Так, Сет, а ты можешь попасть в ситуацию, когда ты не получишь, да, вкусняшку? Я свою третью игру случайно собрал космически с Аврелием, не знаю, что он имба и выиграл. Вот это, конечно, неудачно получилось случайно, конечно, неприятная случайность. Держаться! Щит. Щит. Держаться. Боже, ты какая-то душная сильно. И ты душный сильно! А, там все попросаживались, да, ну ладно. Да сфига ли у вас щитов больше, чем у меня? Зайра имба, да хрен его знает, ути-мути, не знаю. Не знаю, я пытаюсь эту сборку отыграть, но что-то все поголовно играют, прям мерзко в нее играть. Я не люблю такие сборки, когда все поголовно играют, прям фу-фу-фу, сразу не хочется играть. Так, блин, по логике мне нужен меч. Давайте меч и заберем. А что эта штука дракомансеров дает? Она дает ХП и АП. Санхолу. Все, я ногу отсидел, ребят. О, как сильно. Блин, не вовремя почувствовал. Прям минус мизинчик и безымянный пальчик на ноге. О, нет. Блин, гребаная лопата. Два раза пыталась собрать что-то с Дайрой, не получается. Да потому что, конечно, все как эти, как бараны туда лезут. Просто плевать там, заходит, не заходит, я буду это играть. Я думал, я один буду как баран лезть. А они тоже, оказывается. Ауги нужны под всех драконов. Там есть, короче, аугмент, кстати, который с четвертой, по-моему, тычки вносит 40-30% здоровья максимального уроном. Вот это неплохой ауг для них. А так, ну, по сути, какие-то гибкие билды, типа второго дыхания, да, где ты ХП будешь восстанавливать, за убийство там что-то. Ну, такие прям сильные, которые подходят всем. АП — это аппарат президента, да? Все так. Шифтер и лагуна. Щиты вроде всем раздаем, но как-то беленько. Да один серафка слабенькая. Т2 прям гораздо сильнее становится. Где-то плюс 70% по урону и в щитах тоже очень много. Прям небо и земля. АП — это аппетитная попка. Давайте золотого Зака сделаем. Танка билд прям жесткий. Кручо-верчо, обмануть хочу. Здравствуйте, когда сборку убийцы будет? Здравствуйте, не знаю. Когда-то, наверное, будет. Вот это я ждал, вот это, конечно, хорошо получилось. Так, мне нравится, давайте, давайте. Конечно, конечно, давайте, давайте. Тьяк. Надо выходить на Next. Я так думаю. Пусть такается. Задымистая.
Да, сейчас поймем на Next, будем зароливаться. Слишком мало здоровья, 26. Пора уже давно было. Сейчас вы узнаете, вы познаете, вы ощутите. Девочка, 500 счета срочно. Выделите, спасибо. Замечательно входит. Привет, Джо. Сегодня я как-то опоздал. Ясо, ничего страшного. Я прощаю тебя. Я тебя прощаю за это. Ну, нам осталось дефы раздобыть в этот билд. Лисин здесь прям в тему чувствуется. Прям хорошо смотрится. У-у-у, сколько у тебя добра. Зажиточный какой типок попался. Что-то походу там придумывает, докидывает, смотри. А у меня теперь мисты есть, меня так легко не пробить. Наказывать, наказывать их, наказывать всех. Спасибо за понимание, сэр, больше не повторится. Ха. Джо, привет, могу поделиться имбовыми наблюдениями про чернокнижников, давай. Да не надо. Да не, пусть делится, интересно же. Плюс два мяча и критпак с Дзином. Один из такого дракомастера. Так, секунду. Дайте мне броню. Секундочку. Товарищи. Уводных на кого делать упор? По предметам на Зере или на Нилу? На Нилу и на этого? На Сомика? Что, Сомика забыл? Ты что? Сомика нельзя забывать, это же Сомик. Какой красопед, ты видел его? Сама забывать нельзя. Ни в коем случае. Блин, я, наверное, даже Саласа лучше поставлю, чем этого Олафа. Беспонтового. А может быть, мы найдем кого-нибудь? О, вот я ее поставлю тогда. Вот, вот я нашел. Я кого-то нашел, я и поставлю. Нормально. Так, братюня, у тебя вот такая тема есть, да? Давайте вот здесь поставим. Хотя бы в троих, да, положим. И так сойдет. Ой-ой-ой, прям по всем ты лупасить будешь, да? А есть горелочка, ребята, кого-нибудь? Давай, контроль. Бей этого звереныша, бей его. Деньги на бочку. Ха, хотел ультануть меня. Сейчас тебе. Йо, молитесь своим богам. Сколько у меня АП? 388. Хана вам. 11 тысяч щитов сюда. 5 тысяч урона сюда. О, танк.
Будет круто, если мы залутаем плащик, можно будет Пантоша прям первым номером закинуть. Пусть стоит, танчит, дерется. Блин, я, если честно, думал, что я перчатку отдам на Панта. На Панта и на Грейвза, да, он у меня по перчатке получалось бы. Ой, драконья банда. Смотрите, что Пантеон делает. Всех обосрал. Обосрал всех. Еще и подожгли. И вот так еще. Прекрасно. Зайру совсем забыл, нельзя было держать так линии. Жжется, 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 жжется. Хат, хат, хат. Дай ей по щам. Так ее. Она горит? Боже, какая ты бешеная. Опачки, это что такое? На тебе дополнительным. Будет знать. Держаться. Топ-4 надо. О-о-о. Утю-тю. Все забрать. Все мое. Все мое, точно вам говорю. Точно-точно вам говорю, ребят, все мое. Смотрите, сколько у меня предметов, обалдеть. Чем, который раздает предметы, тоже прокает Зика по бокам и расставит... Ты мне там про сборку, да? Так, чем, который раздает предметы, тоже прокает Зика по бокам. Чем, который раздает предмет? Что за чем, который раздает предмет? Ребята, кто это? Скажите, пожалуйста. О, еще один зиг пойдет. Скажите, это что-то я нифига не понимаю, что происходит. Расставить всех так, чтобы максимальное количество чемпионов получили по 3 каста зика. Если собрать еще один зиг, то пара чампов получит по 4 бафа зика. А, ты про этих, про чернокнижников с зиком, да? Рассказываешь мне стратегию. Спасибо. Да, Софья, видимо, это про чернокнижников речь. Все, 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 понял, да? Да-да-да, понял. Паверспайки хочу, ребята, сильно. А чего мне так больно стало от него? Блин, мне так горячо нужен next. Сколько она щита дала прям сразу? Первый щит на 4000 полетел. Второй щит уже поменьше, потому что ребята разбежались. Ты посмотри, на него хилится еще. Зачем Джо держит лысого? Блин, у меня был магнитный отделитель, я бы мог магнитно отделить. А-а-а! О, два ветра, серьезно? Неплохо, неплохо подняли, кстати. Пойдет еще и так, да, вообще хорошо. Наказываю я их, ребят. Что это здесь? Так, ты Т2? Ну, наверное, тогда это мне не пригодится.
Сейчас еще Грейвза поставим, вообще будет нормально. Только что-то Грейвс не заходит, зараза такая. По дефам вроде как тоже ничего здесь не намечается. Вон, кстати, Грейвс бежит. Бежит, ломится. Давайте заберем прям с эмблемкой его. Три вокера будет. Опачки! Посох даете нам. Уже в порядке? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Максимка, привет! Как дела, Джо? У меня хорошо, спасибо. Хватит лысого держать. Ну нет, я оставлю пока лысого. Мне пока что лысый здесь смотрится. Ну, по крайней мере, из моего, да, понимания игры, мне кажется, что он здесь уместен. Даже банально просто закрывает Дракоманта и Темпеста. Пойдет. Ну и просто это приятно, в конце концов, да? Это просто приятно. Можно музыку потише? Чатик, надо музыку потише, серьезно? Я смотрю, вроде как все в порядке. Окей. Ну додушивайте, ну что это такое? Ну что, оставляем еду? Вот этого убейте кто-нибудь, тогда шотнуть можно будет. Спасибо. Топ 4 есть, ребята. Топ 4, я монстр. Я монстр топ 4. Блин, я, если честно, хотел предметы типа перекинуть сюда. Отсюда, сюда. Пшик-пшик. Ой, а у меня на фронтлайне это осталось? Серьезно? Зачем? Так же не надо делать. Приятно гонять лысого, а не держать. Ну, видишь, у каждого свои предпочтения. Кому-то нравится держать, кто-то любит гонять. Зери золотая, да на кой? С той стороны было много щитов, ребят. Подзаветерасили меня немножко. Ой, крит хорошо зашел. Ой, контроль замечательно зашел. Шо творю? Кто выживет из вас? Оба выживут? Нет, один выжил. Все, топ-2 есть. Хорош. Топ-2 я занял, остался дракон. Блин, нам под Зайру, короче, нельзя вот так все держать, как мы держим. Нам так делать нельзя, ребят.
Эти все ребята сместятся, правильно? Барт пришел, ребят. Не прокусил шкуру зайкину. Не так легко ее прокусить. Че, до хрена магического, да? Ну да, он магическим чисто меня жахает. Щит залетел, хорошо. У меня с 35% этот чемпион более вероятен, чем с 20%. Это фигня, правильно? Рассуждаю это вообще логически, четко. Блин, закрыть что ли еще одного места, ребят? Чё-то не вижу я пользы вот в этом типе. А это довольно быстро вносит и довольно много вносит, поэтому, мне кажется, дополнительный мист хорошо. А в этот раз прокусили мне шкуру. Нет, не убивайте. Оставьте меня в покое. Пант еще живой, пант живой. Жарится, жарится. Жжется. Дави, 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 тигр. Он тоже 9-й, кстати, и у него плюс одно место тоже. Блин, я бы искупление с кайфом забрал. Так и заберем с вами. У него-то тауехи охренеть сколько. Ну, наконец-то, блин. Давайте парда дадим. Я, наверное, даже вот так сделаю. Мне важно, чтобы она оставалась живая, поэтому вот этих ребят, кто рядышком, будем захиливать. О, остановили его, круто. Круто, круто. Все захиливать, все выхиливать. Поджопника Шивани, какого красивого дали, боже. Она прям носиком в угол, я ее поставил лицом в угол, сказал, за плохое поведение отправляешься лицом в угол. Ну это лайк, ну это подписка. Видели, да? Вот эта сборка, я про нее говорил. Сильная. Топ-1. Легкий.